Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы посмотрим самый простой способ, как можно понизить температуру процессора буквально на пару градусов. Так, запускаем программу AIDA и смотрим температуру нашего процессора. Она сейчас примерно 25-26 градусов. Так, сейчас полетим в системный блок и посмотрим, что там у нас. Так, раскрыли крышку и видим процессор, кулер, ну все как обычно. Суть в том, что когда кулер охлаждает процессор, то воздух он циркулирует вокруг, то есть нагревается от самого процессора и обратно затягивается в кулер, и обратно же теплый воздух идет на процессор. Суть в том, чтобы сделать, чтобы побольше воздуха снаружи через сетку, через отверстие попадало на сам процессор. Если стоит у вас просто крышка, то эффекта мало. Для того, чтобы это попадал холодный воздух, нужна вот такая вот конструкция. Небольшой такой воздуховод. Он сделан из картона. Его сделать абсолютно несложно. Склеен обычным скотчем. Я поставил сверху еще очень тонкую ткань, похожую на марлю, для того, чтобы защитить от крупных частиц пыли. У меня кошка, шерсть – это проблема. Так, смотрим, чтобы оно плотно садилось, чтобы не было щелей, чтобы воздух сосался не изнутри самого системного блока, а через этот воздуховод. Извините за качество съемки, слишком ярко было, солнце заслепляло камеру. Так, смотрим, все плотно. Вот такая вот небольшая конструкция. Сделать ее очень несложно. Схему я не буду рисовать, потому что у каждого системного блока, у каждого корпуса немножко разные конструктивные особенности, отверстия находятся немножко в разных местах, поэтому вы можете сами себе подобрать нужные размеры. Главное, чтобы эта коробка, этот воздуховод, он плотно прилегал к корпусу, чтобы нигде не засасывал воздух. Так, крышку мы надели, и вот как раз у меня по размерам отверстия сделан этот воздуховод. Теперь смотрим, что у нас получилось. Опять же запускаем AIDA. Запускаем. Вот так запустилось. Компьютер, датчик. И смотрим температуру. И, как мы видим, температура упала на несколько градусов. Сейчас она показывает примерно 22-23 по сравнению с 25-26, которые были перед этим. Всего лишь навсего. Все, спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, лайки, ваши отзывы. Всем спасибо.